Все смотрят одинаково, а видят единицы. В Чебоксарах открылся музей фотокорреспондентов Чувашии. Он находится в Доме печати, в том самом помещении, где, начиная с 1978 года по 2005 была фотолаборатория. Сейчас включим красный свет. Ой, ой. Да. Здесь все как в 1978 году. Горит красный свет, работает печатная машина и сушатся фотоленты. Можно проследить весь процесс проявления мгновений нашей с вами жизни. Основной зал музея тоже не тронут временем. Та же плитка на стенах, тот же пол и мебель. Правда, многие из тех, кто работал в этой лаборатории, теперь смотрят на гостей с фотографий. Вот Александр Александрович, Костя, пришел работать в Красную Чувашию. Советская Чувашия. Ныне Советская Чувашия. Это в 29-м году. Вы понимаете? В музее представлены работы Виталия Исаева, Ивана Никифорова, Олега Мальцева и других известных фотокорреспондентов Чувашии. Это редкие снимки. Многие из них впервые на всеобщем обозрении. Смотришь фотографии и вспоминаешь всю историю, в общем-то, республики, тех людей наших, талантливых вот, художников, писателей, ну и хозяйственников, всех. И, конечно, это люди, которые писали истории Чувашии, России, может, СССР когда-то. Писали историю в фотографиях. Среди экспонатов – фотографии на холсте, книги, а для наглядности – даже старая фотованна и ковер. Все это собрал и оформил Сергей Журавлев. В этой лаборатории кипела его творческая жизнь. Есть, понимаете, вот в запасниках фотоаппараты, кюветы, бачки, есть старый свет, осветительные приборы, есть пленки, все есть. Вот надо бы как-то куда-то применить. Ну вот и родилась такая идея создать музей. Ценность, она несоизмерима, потому что тут, понимаете, если честно сказать, да, мы сегодня с вами здесь сохранили вчера, чтобы наступило завтра. Вячеслав Романов – фотограф со стажем. Начинал фотокорреспондентом в Ядринской районной газете «Знамя труда» в 1970 году. Его работы представлены на всероссийских республиканских выставках. Он – лауреат международных всесоюзных конкурсов. Фотографии, ну, как режиссер он создает на сцене, здесь тоже фотографии, вот так же мы делали. Вот многие работы. Не просто моменты, иногда моменты ищешь, а здесь надо было какие-то композиции. Вот эта фотография надо... Пленки две заснял, это пацана тоже. Вот эти, все они в Москве на выставках были. Все. Музей чувашских фотокорреспондентов доступен для жителей республики. Он находится на втором этаже Дома печати. Ольга Алексеева, Игорь Зверев, Республика.